Один из величайших даров Бога человеку — это свобода выбора. И Он любит нас настолько, что разрешает выбирать, служить ли Ему, сотрудничать ли с Ним и провести ли с Ним вечность. Также Бог достаточно добрый и разрешает нам выбирать жизнь без Него и даже вечность без Него. Это не наказание, это наш выбор. Мы можем выбрать направление нашей жизни и направление вечности. Это удивительный дар Бога для нас с вами. Мы не просто животные, которые руководствуются инстинктами. Бог дал нам волю и право выбора. Это поразительно. В книге Иисуса Навина, 24 главе, эта идея подчеркнута. Помните Иисуса Навина? Он был лидером страны после Моисея. Вы хотели бы быть после Моисея? Моисей не смог закончить задание, поэтому Бог подключил Иисуса. «Я хочу, чтобы ты сделал то, что не смог Моисей». Что, простите? Моисей так много времени проводил с Господом, что светился в темноте. А ты хочешь, чтобы я сделал то, чего он не смог? То есть Иисусу Навину предстояла серьезная задача, а эти слова сказаны почти в конце его лидерства. Давайте повспоминаем. Иисус начал свою жизнь как раб в Египте. Он пережил все кары там, прошел через Красное море, через пустыню, и когда Моисея не стало, Иисус повел евреев в землю обетованную. И вот он в конце своего пути говорит такие слова: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Итак, предложение очень простое. «Отвергните богов, которым служили отцы ваши, и служите Господу». Как вы думаете, почему он говорил это евреям? Думаю, есть всего одна причина. У них остались идолы из Египта. Вам кажется это странным? Эта группа людей пережила такое сверхъестественное. Пожалуй, как никто другой на этой планете. И вот Моисей приходит из пустыни, и в Египте начинаются кары. Затем они по суше перешли Красное море, ели манну. Бог обеспечивал их едой и водой 40 лет. Старое поколение умерло. И уже их дети вошли в землю обетованную. Первым городом был Иерихон. Они маршировали вокруг Иерихона, и стены упали. Бог поддерживал их, хранил их и дал им наследство. Они вышли из Египта 50 лет назад. Иисус Навин смотрит на них и говорит: «Выбросьте богов, которым ваши отцы поклонялись за рекою. Выбросьте богов Египта». У них была скиния, святое святых, скрижаль с 10 заповедями, то есть они не переставали поклоняться Богу, но подключили к этому поклонение другим богам. У них был план «Б». Может, у Бога ничего не выйдет? Тогда нам понадобится помощь египетских богов. Перед тем, как осуждать их, подумайте, чем мы отличаемся от них. Мы полагаемся на Бога, но у нас есть и план «Б» на тот случай, если Бог уйдет на перерыв. Мы думаем, что после молитвы покаяния, после крещения, все наши дела с Богом закончены. Они прошли Красное море, ели манну, увидели множество чудес, но в их сердце все равно не было порядка. Давайте признаемся, что в нашем сердце есть уголок, в котором мы не всегда хотим быть благочестивыми. Нам нужно сделать выбор. Быть последователем Христа — это не один выбор, а целая последовательность выборов. Это как со здоровым питанием. Если я съел что-то здоровое 6 месяцев назад, тогда... 6 месяцев назад у меня был день чистки. Я съел капусту, запил ее свекольным соком и отказался в тот день от сахара. Этого хватит на полгода? Конечно же, этого не хватит. Тоже можно сказать и о нашей духовной жизни, но мы продолжим читать. 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе нынче, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете?
а я и дом мой будем служить Господу». Вы думаете, все евреи выбрали служить Господу? Думаю, нет. Очень редко такой выбор делают все, но Иисус Навин предлагает им этот выбор. Это удивительная свобода, которую Бог дает нам с вами. Мы можем выбрать сотрудничать с Ним или отвергнуть Его. Выбор за нами. Но есть одна вещь, которую вы не можете делать. Вы не можете диктовать Богу условия, на которых вы будете следовать за Ним. Мы можем выбрать Его условия или пойти своим путем. Думаю, что Бог дает возможности каждому из нас. Если вы слышите меня сейчас, то я уверен, что Бог когда-либо давал вам выбор. Каждый из нас, независимо от того, как долго мы следуем за Христом и как хорошо знаем Библию, все еще работает над тем выбором, который Иисус Навин предоставил евреям. Сегодня мы тоже выберем, какими людьми мы хотим быть и какие результаты мы хотим видеть в жизни. Дело не в членстве, а в нашем ежедневном выборе. Я думаю, что вербное воскресенье — это повод еще лучше разобраться в этом выборе. Вербное воскресенье — это день триумфального въезда Иисуса в Иерусалим. Иисус много раз бывал в Иерусалиме, но в этот раз все было иначе. В прошлые разы Он приезжал тайно, там были Его противники, которые могли причинить Ему вред, поэтому Он тихо проникал в город. Но в последний раз Он приехал в Иерусалим перед Своим арестом и принял участие в праздничной церемонии. Она записана в Евангелиях. Мы рассмотрим Евангелие от Луки и Иоанна. Иисус въехал в Иерусалим, и перед жителями того города встал выбор. Решения, которые будут приняты в следующие дни, определят исход этого города на много-много лет. Поймите, что выбор, который вы делаете по отношению к Богу, имеет огромное влияние на ваше будущее. Не думайте, что вам нужно принять всего одно решение о Боге, и на этом все. Наша жизнь определяется нашими повседневными решениями в пользу Бога. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиля!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали они. Я вижу в этом надежду. Напоминаю, что Евангелия были написаны после событий, которые происходили там, а не в реальном времени. После того, как Иисус вознесся, ученики решили, что нужно записать историю об Иисусе, дабы она не потерялась. И в 16 стихе есть небольшое признание. Иоанн признается: «Мы не понимали, что там происходило». Если вы видели видео той сцены, то мы были там, но мы не понимали, что происходит. Мы поняли это только после того, как Иисус прославился. А когда Иисус прославился? После Своего воскресения. Только оглядываясь назад, мы поняли, что там происходило. И меня это утешает. В вашей жизни было такое время, когда вы не понимали, что происходит. Думаю, у каждого такое бывало. И я не понимал, почему люди делают тот или иной выбор. Я не мог повлиять на последствия этого выбора. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что Бог вел меня все это время. У кого-то были подобные случаи? Зачастую я не понимаю, что происходит вообще. Я пытаюсь понять все, но ничего не выходит. Но я такой не один. Такими же были Петр, Иаков, Иоанн и вся команда. Ученики Иисуса тоже не все понимали. 17 стих. «Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых». Этот стих объясняет происходящее. А вот почему все эти люди вышли, дабы поприветствовать Иисуса. Все это было связано с Лазарем. Помните его историю? Он умер и был похоронен 4 дня, а Иисуса в городе не было.
Он вернулся и сказал: «Покажите, где вы его положили». Его отвели к гробнице, а у него возникла странная просьба. «Вы не могли бы открыть гробницу?» Ну, вы знаете эту историю. В Библии сказано, что они ответили: «Нет, Господи, он уже воняет». Но Иисус настоял, и они открыли гроб. Затем Иисус вызвал Лазаря из гроба. Лазарь жил в Вифании. А Вифания — это поселок недалеко от Елеонской горы. Если вы были у храма, то на востоке от храма есть долина. После этой долины начинается Елеонская гора. И на гребне Елеонской горы, прямо напротив Иерусалима, находится Вифания. Небольшой поселок, где жил Лазарь. Итак, чудо с Лазарем сделало Иисуса известным в Иерусалиме. Он мог совершать разные чудеса в других городах Израиля, которые были далеко от Иерусалима, но Вифания всего в половине дня пути от Иерусалима. Многие люди знали Лазаря, его семью и эту историю. Эта история передавалась из уст в уста, и она взволновала весь город. И на улицах собрались люди, желающие увидеть виновника истории о Лазаре. Представьте, что вас пригласили на похороны. И вот начала играть прелюдия. Еще до начала литургии вы слышите стук из гроба. Вы открываете гроб, а тот, на чьи похороны вы пришли, поднимается оттуда. «Всем привет!» Кто пересказал бы эту историю? Я не вижу ваших рук. Наверное, вы лжете в церкви, так, да? Вы бы рассказывали эту историю всем подряд. Вы бы даже достали свой телефон, а заодно все и засняли бы. Также история с Лазарем потрясла весь Иерусалим. И в тот день всем людям посчастливилось увидеть этого Иисуса. И 18 стих говорит: «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Нет никакой истории об Иисусе без его чудес. Без чудес не бывает истории об Иисусе. Я не хочу отступать от сверхъестественного. Не хочу умолять Его. Я хочу быть виновным в том, что прошу Бога сделать в моей жизни то, что может сделать только Бог. А что, если это будет не так, как я хочу? Он Бог, я все равно буду призывать Его. Родители, а как часто вы не отвечали ожиданиям своих детей? С вами когда-нибудь такое случалось? Признавайтесь же. Они хотят сидеть допоздна, а вы хотите уложить их спать. Я уверен, что если бы я провел собеседование, то ваши дети обязательно рассказали бы мне, какие вы плохие родители. Но при этом вы их любите и хотите для них самого лучшего, а они восстают против власти в их жизни. Я также поступаю со своим Богом. «Боже, мне не нравится, как ты работаешь. Мне не нравятся твои сроки и невнимательность к деталям моей жизни. Я бы хотел, чтобы ты был повнимательней. Удели мне немного времени, и я тебе помогу». Это похоже на разговор ребенка с родителями. «Мне никак не обойтись без шоколадки перед обедом». Посмотрите на 19 стих. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». В тот день на Елеонской горе произошло важное разграничение. Тысячи людей славили Иисуса, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». Но были еще и фарисеи. Они возмущались и жаловались, и не участвовали в чествовании Иисуса. Они не хотят делать этот выбор. У них уже есть небольшая власть, и они не собираются подчиняться Иисусу. А поэтому они не собираются признавать Иисуса и поклоняться Ему. И эта разделительная черта присутствует в каждом обществе. Ничего не изменилось с тех пор. Вы уже открыли Евангелие от Луки? Я все слышу. Ладно, давайте посмотрим, как описывают эти события евангелисты. 29 стих. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской,
послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». Итак, Иисус въезжает в Иерусалим, город, захваченный римлянами, а сотни людей на улице кричат: «Вот идет наш царь!» Это был напряженный день для города. «Благословен царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Иисус меня умиляет. Ему совсем не страшно, не так ли? Он не чувствует никакой угрозы. Если я заставлю людей замолчать, все творение начнет кричать. Я не думаю, что это была метафора. Думаю, если бы в тот день люди молчали, то кричало бы все творение. Доказательством тому является рождение Иисуса. Помните эту историю? Он родился в Вифлееме, и никому не было до этого дела. Для него даже не нашлось места. Можете остановиться в хлеву. В царском дворце никого это не волновало. В храме никого это не волновало. Это не волновало первосвященника. Казалось, что никого из священников не интересовал Иисус. Рождение Иисуса волновало только незнакомцев из далекой страны, которые прошли долгий путь, чтобы поклониться новорожденному царю. Когда пришло время объявить о рождении Иисуса, никто не хотел этого слышать. Это не было секретом. Пророки предсказывали приход Мессии. Об этом написаны десятки пророчеств. И сотни лет люди ждали прихода Мессии. Иисус исполнил все предсказания, но никого это не волновало. Поэтому Бог решил сделать объявление, и Он послал ангелов, которые известили пастухов из Вифлеема, потому что пастухи были самым низким сословием. Им даже не разрешали говорить в суде или на дебатах. И Бог выбрал для этого объявления людей, которым не доверяли публичные заявления. Он послал ангела и сказал: «Сегодня в городе Давида родился Спаситель». Помните эту историю? А затем сказано, что внезапно небеса наполнились воинством небесным, то есть ангелы заполнили небеса. Они пели, что принесли радостную новость для всех людей. Небеса не могли сдержаться. Я представляю эту картину, когда читаю слова Иисуса на Елеонской горе. «Если эти люди будут молчать, то камни закричат». Некоторые объявления мы не можем произнести сами. Мы можем их только принять. В тот день на Елеонской горе люди делали выбор. Там были люди, готовые воздать хвалу и честь Иисусу за то, кем Он был, и за то, что Он сделал. А также там были люди, требующие, чтобы они замолчали. Очень похоже на наш современный мир. Мы прославляем спортсменов, музыкантов, политиков, бизнесменов, мы чествуем разных людей. Мы делаем героев даже из тех, кто занимаются извращениями. Мы чествуем людей за то, что они просто известные. Подумайте о подписчиках в Инстаграме. Мы не знаем, кто ты и что ты, но мы сделали из тебя героя. Но мы неохотно чествуем Иисуса. Это не только логично. В этом есть духовная составляющая. Я хочу призвать вас сегодня стать человеком,
который славит, чествует и благодарит Иисуса из Назарета. Он изменил наши жизни. Да, я предлагаю вам поаплодировать Иисусу. Я предлагаю вам аплодировать Ему. И считаю, что поклонение — это проявление мудрости. Когда вы благодарите Бога, на вас проистекает мудрость. Я не говорю о собрании, о музыкантах и вокалистах или о каком-то стиле музыки. Я считаю, что поклонение начинается с положения сердца, а затем идет выражение нас самих через наши слова, отношения и действия. Поклонение — это то, кто мы 24/7. Я заметил, что люди склонны служить тому, чему они поклоняются. Чему вы присвоили огромную ценность и важность, тому вы и будете служить. Это может быть хобби, удовольствие и многое другое. Если поклонение Богу не привлекает вас и не очень интересует вас, то подумайте, насколько ценны для вас эти отношения. Насколько сильно вы хотите угождать Ему и иметь лучшее от Него в вашей жизни? Вы действительно хотите служить Ему? Чему вы действительно служите? Это важные вопросы. И мы в церкви знаем правильные ответы на них. Но действительно ли это так? Чему на самом деле служит наша жизнь? К чему привязаны наши мечты, желания и надежды? Что вызывает в нас беспокойство, когда мы думаем, что это будет удалено из нашей жизни? Вот как мы можем понять, что занимает центральное место в нашей жизни. У евреев была скиния, место для поклонения. И Ковчег Завета задолго до того, как Индиана Джонс отправился на его поиски. У них были все эти вещи, но при этом у них оставались и египетские идолы. Мы с вами можем быть в церкви, участвовать во всем, что делает церковь, но наши сердца могут быть далеки от Бога, а я так не хочу. И я не хочу, чтобы так было в вашей жизни. Поклонение — это выражение мудрости. 65-й псалом. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему, скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе все враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему». Меня заинтриговал третий стих. Тут сказано «Скажите Богу, скажите, а не подумайте, как удивительны Твои дела. Господь, Ты делаешь великие вещи». Затем сказано, что мы должны говорить Богу «Твоя сила так велика, что Твои враги покорятся Тебе». Вы скажете, это неправда. Его враги не покорились Ему. Я не согласен. По всему миру люди говорят такие слова. Не нужно упоминать здесь имя Иисуса. Мы не хотим Его слушать. А вы можете выйти на площадь и говорить о йоге, о восточном мистицизме, экономической или политической силе, но главное, не говорите об Иисусе. Мы не хотим поднимать эту тему. А я хочу. Я всем хочу рассказать о моем друге. Об Иисусе? Мне не важно, в какую церковь вы ходите. Давайте поговорим об Иисусе. Что Он сделал в вашей жизни? Какой была бы ваша жизнь, если бы вы не познали Его? А что бы вы делали, если бы не могли положиться на Него? Вы еще не знаете Его? Вы можете с Ним познакомиться. Я вчера слушал одно интервью по телевизору. Один человек сказал, что думал, что его шансы попасть на небо равны 20%. Это была не христианская программа. И человек, который разговаривал с ним, сказал: «Я могу вам в этом помочь. Вы прямо сейчас можете получить свой билетик». В студии сразу же почувствовалось напряжение, потому что спортивная программа вдруг превратилась в нечто совершенно иное. В оригинале сказано, что его враги будут съеживаться перед его силой. Не ждите, пока мир поверит в это. Нам с вами нужно поверить в силу Божию.
Он нас меняет. Мы не делаем вид, что мы лучше других. Он все еще работает над нами, и мы все еще меняемся. Когда последователи Иисуса в книге Деяний столкнулись с угрозами, насилием и арестами, они стали молиться, чтобы Бог дал им смелость. Это же я хочу и для нас с вами, чтобы в это время Дух Божий давал нам смелость быть сторонниками Иисуса. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за все, что Ты сделал для нас. Давай нам смелость от Святого Духа, чтобы проповедовать об Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Приближается Пасха, и в Церкви Мировой Евангелизм мы будем отмечать то, что Иисус жив. Если вы живете неподалеку, то мы приглашаем вас на одно из наших 5 пасхальных служений. За более детальной информацией о времени служений и нашем местонахождении обращайтесь на наш веб-сайт. Я пастор Аллен, и я приглашаю вас на празднование Пасхи в нашей церкви. До скорой встречи в нашей церкви! Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом, интерактивная Библия, том 1. Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим радость. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом, интерактивная Библия, том 1. Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том интерактивной Библии уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу.